друзья, мы в городе Краль, только сейчас зажглись рождественские огоньки и выключились. Нормально. Вот так бывает. Друзья, ну вот повторное включение огоньков в городе Краль. Надеюсь, уже больше выключать не будут. Опять эти вонючка едет сюда. Кошмар, на каких машинах ездит Словения? Она проехала, ну реально, фу, дышать вообще нечем. Ва! Кошмар. Задохнуться может. Фу. Такое впечатление, что специально она ездит. Ой, какой красавчик тут. Привет. Ага, привет. Смешно. Собака очень любит Словения. Привет, привет. Еще, что бы я рекомендовал в Словении делать на Рождество, это все-таки посещать церкви. Внутри церкви, храмов находятся рождественские украшения. То есть храмы красиво украшены. Тоже очень интересно. Вот, если будет открыто, мы зайдем с вами в такой же храм. Посмотрим один из таких храмов. Вот площадочку для детей так немножко украсили. Маленькая елочка, но красиво. И настроение сразу повышается. Смотрите, такое кафе тоже нарядное. Давайте дойдем еще до смотровой площадки, посмотрим. Пока не стемнело. Парковка платная, около исторической части, 0,6 евро за час, но первый час бесплатно. Я думаю, что в час мы вполне уложимся. Такая впечатляющая смотровая площадка. Водопад такой шикарный.
Ну все, я вам показал смотровую площадку. Сейчас пойдем в самый центр. Самый центр исторического центра. Простите за тавтологию. Смотрите, ребята, еще лично для меня один из минусов Словении – это громкий звон колоколов. Выбирайте место жительства в Словении. Нет, кому-то, конечно, этот звон колоколов очень нравится. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Это лично мое субъективное мнение по поводу колоколов. Но церквей в Словении очень много. И поэтому звонят они тоже достаточно часто. В воскресенье, кстати, это уже традиция, звонят постоянно. Так что это момент при выборе жилья, кого-то раздражает, нужно учесть. У нас, слава Богу, церкви находится достаточно далеко, но все равно слышно. В принципе, исторический центр города Кранья тоже достаточно маленький, такой же, ну, больше, конечно, чем вот мы были в предыдущем городе Камник, но тоже небольшой, состоит из основной улицы, маленькие ответвления от нее. Ну, самая вот такая празднично украшенная — это вот одна улица, вот по которой мы идем. Это улица Цанкарьо. Чем еще знаменателен Крань? Здесь родился Пршерн. Этот, ну, город, я обычно Крань, да, Крань — это она, но город, по мне, город мужского рода.
Чем примечателен город Самара, например? Ну да, чем примечательна Самара? Ну да, чем примечателен край? Вот место рождения Прешерна. Прешерн написал гимн Словении. Слова гимну. Вот, соответственно, здесь его и памятник Прешерну. Да, в полный рост. Вот таким он был на самом деле. Трудно, конечно, себе это представить, но в Словении жили великаны. Ну вот, подошли к главной елке города Крань. Рождественский венец. Вот 4 свечи. Какие интересные люди катаются на велосипедах.
вот включили и выключили. Ну вот небольшой такой рождественский рыночек, опять же без напитков и без еды. К сожалению, большинство киосков закрыто. Вот единственное, что не запретили продавать из еды, это каштаны. Жареные каштаны. Ну вот горы еще видно немного. Еще не совсем стемнело.
Как вот его так? Ну, хлебушек. How big is it? Ну вот цены посмотрите. Опа, приблизительно. Пара липа. Джуэн. Добр, да.
Вот, ребята, не первый раз в Кране, и все, не устаю удивляться вот такой библиотеке. Такой современной библиотеке, которая находится в городе.
Ребенок какой попался орущий. Кошмар какой-то. Надо вам показать этого орущего ребенка. Пусть пройдут. Сколько силы нужно иметь, а? Чтоб так кричать не переставая. Ну, вроде успокаивается. Ну вот, наверное, самое красивое место города Край. Самое празднично украшенное. По-хорошему надо, конечно, машинам разрешить только в определенные часы ездить. Хотя, конечно, здесь ограничение движения, ездят только владельцы магазинов. Но я считаю, что неправильно ездить в любое время, когда себе захочется. Делайте все привозы по утрам. А вечером люди должны гулять. Давай тут она ночь.
Ну, друзья, смотрите, вот в Словении встречаются иногда такие названия, ну, что просто удивляешься. В России такого не встретишь. Вот, например, бар называется Дере Фиг. То есть, кто такой Дере? Ну, доктор можно, или дорогой, предположить. Ну, фиг.